принесли шикарнейший велосипед Peugeot Ростовка. Я не знаю, тут какая-нибудь 62-я, 64-я. То есть самый, наверное, большой велосипед на свете с классическими 28-ми колесами. Впереди трансмиссия на 2 звезды. Сзади у нас внезапно пятерка. Очень тоненькие втулочки, все крутится отлично. Но, конечно, есть уже износ, там подшипнички хрустят. Пока перебирать не будем. Я думаю, что, наверное, попозже или на промо перейдем, или попробуем перебрать. Пока клиент немножко покатается, посмотрит, как все это работает. Фара даже работает. Тормоза вот такие вот, как у спортивных велосипедов. Очень интересный вынос литой. Трубы сделаны типа из хромоля, из какой-то своей собственной стали. Смотрите, какой классный держатель под насос. К сожалению, утеряна вторая половинка. Замок. Замок, даже ключ есть. Чтобы заблокировать заднее колесо, даже есть ключ. Такие вот приколы. Это у нас динамо-машинка. Она тоже работает. Винтажные шатуны, винтажные педали. Очень все, смотрите, какое классное. Надпись. Все в идеале, все в идеальном сохране, все сохранилось. Очень хорошо. Есть надписи на втулках. Все прикольно. Ниппеля Dunlop до сих пор держит. Покрышки, к сожалению, начали трескаться. Но тоже, наверное, поменяем. Может быть, через месяц, через два. Даже есть оригинальные багажные резинки. Смотрите, какие. Интересно, все сохранилось. И задний фонарик. Это СССРский? Это Peugeot Made in France. Сделано во Франции, представляешь? Смотрите, какой винтажный задний переключатель со значками доллара. Тоже фирмы Peugeot. Я поехал за Димой. И передний переключатель Peugeot. И монетки Peugeot. Такой вот классный, классный, интересный велосипедик нам принесли на небольшое обслуживание.